Белькур, Белькур, наш гибрид, он уже где-то там, скажем, из грамм 700-800 килограмм, он уже полностью товарный, но он не прекращает свой рост, он растет до 2,5 килограмм, не раскрываясь, это самый большой размер капусты, идеальная для заморозчиков, то есть эти соцветия, они не просто растут, они увеличиваются их количество. То есть, если он там весом 1 килограмм, их просто меньше, они стандартные, вот эти маленькие соцветия, составные части большой головки. Он 2,5 килограмма, увеличивается их количество, но остается товарный размер, довольно плотная сбитая головка. Создавался специально для компании заморозчиков, но это не мешает ему тоже неплохо продаваться и на свежем рынке. Чем уникальный, что есть цена, некоторые фермеры видят, что очень хорошая цена, например, на рынке, они могут не ждать, там, потому что заморозчики не всегда платят там, такие деньги, которые можно заработать на рынке, они вырезают на килограмм, кило 200 продают, ну а потом уже то, что осталось, там можно очень неплохо продать, из-за чего цена ниже, но вес и валовая продукция, ну, тонн с гектара довольно большая. Дальше. Ну вот он тоже, с его описанием, ну, он где-то там 75, но может быть чуть больше, в зависимости от жары, ну да, вот тут написано 80-85 дней. Тут он очень белоснежный, да, выглядит. И, как видите, укрываемость. Это уже готовое соцветие, сфотографировано, тоже фотография с поля. Есть больше 2 килограмм, точно не помню, то ли 2,2, то ли 2,4 килограмма. Ну, то есть, как видите, практически не раскрыто. И, соответственно, белый цвет идеальный качество. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.